Я поступила очень опрометчиво. Не нужно было впутывать этого человека. Но я не выдержала. Когда я увидела, как она боится своего отца, я не стерпела. Какой ужас. Мы чуть не убили несчастного. Ильяс разорвет меня. Да, мы немного перегнули палку. Хотели спокойно поговорить с Хелен и вернуться. Зачем я ворвалась в ту дверь? Ну ладно, ворвалась. Но скажи «извините» и выйди. Отведи женщину в сторонку и поговори. Но нет же. Со мной вдруг что-то случилось. Я потеряла над собой контроль. В меня вселился бес. Тебя или в меня? Мы что только ей не сказали. Зато душу отвели. Как она издевалась над тобой столько месяцев? Наверное, после нашего ухода ее отец устроил ей такой нагоняй. Правда, малыш? Что мы наделали? Что теперь будет? Что будет, то и будет. Привет, братишка. Идем посидим немного. Что ты стоишь в дверях? Я жду Хелен, хочу поговорить с ней. Желаю удачи. Джим, послушай. Когда я уйду, все останется по-прежнему. Для вас ничего не изменится, ясно? Пусть Омер не переживает так на пустом месте. Вы продолжаете тихо и спокойно работать. Омер вложил сюда много труда. Пусть не глупит. И даже не думает уходить, слышишь? Да, я согласен, брат. Подожди, он немного успокоится. Налей мне виски. Хелен, что случилось? Рассчитайте клиентов и закрывайте двери. Не впускайте новых посетителей. И отошлите официантов. Нермин! Как дела? Ильяс отправил мотоцикл на фабрику. Дома были разговоры, тебе ничего не говорили? Ильяс не в порядке, Тахир. Позаботься о нем. Ты тоже неважно выглядишь. Идем, посидишь со мной, я пью чай. Я прогуляюсь. Хелен, что происходит? Что у тебя за вид? Прекрати пить. Расскажи. Расскажу, господин Ильяс. Это кафе закрывается, а соседнее помещение и все, что там есть, отец приказал опечатать. И забудь о школе. Все инвестирования приостановлены, все кончено. Но почему? А почему же еще? Только что госпожа Сие пришла на фабрику с ребенком и закатила скандал. Поэтому она все всем выложила на чистоту, включая твое отношение ко мне. Что? В жизни такого не видела. Я не поверила своим ушам. Видишь ли, я не оставляю тебя в покое. Я создала бизнес, чтобы умаслить тебя. Я езжу вслед за тобой на соревнования. Это немыслимый бред. Сколько можно? Это какое-то недоразумение. Асия не способна на это. Папе стало плохо сердцем. Он чуть не умер. У него давно проблемы с сердцем. Что за сказки ты рассказывал жене? Когда это я приставала к тебе, как пиявка? И ты просил найти мне кого-нибудь, чтобы я отстала от тебя? Что за наглая ложь? Вы соображаете, в какое положение меня поставили?
Не мели чепухи. Разве я могу говорить такие вещи? Но она умная женщина. Она быстро решила твою судьбу. Все получилось, как она хотела. Папа в два счета прикрыл все дела. Пусть будет спокойно. И на соревнованиях нас не будет. Сам разбирайся с федерацией. Теперь мы не сможем быть спонсорами. Я напугана. Я теперь не поздороваюсь, если встречу тебя где-нибудь. Почему я так жестоко должна расплачиваться за то, что поддерживала спортсмена, в которого верила? Где твоя мама? Наверное, поехала с друзьями в Бурсу. Хотели перебрать приданное на свадьбу. Наверное, моя мама тоже поехала. Илья звонит. Ответь. Успокойся, все в порядке. Слушаю, Ильяс. Хорошо. Что говорит? Говорит, я приехал, спускайся. Ладно, ладно, ступай. Я посижу с ним. Господи, что будет, то будет. Эта мерзкая женщина будет издеваться надо мной. Рушить мой брак, а я буду чувствовать себя виноватой? Ну уж нет. Хорошо, давай, иди уже. Я даже не могу подобрать слова от злости. Как ты могла поставить меня в такое положение, Сия? Как ты могла пойти к тем людям? Как ты могла сказать такое? Ильяс. Как ты могла придумать и сказать от моего имени такие гнусности? Ильяс, я на самом деле... Все, можешь теперь успокоиться. Хелен не будет. Работы тоже не будет. Ее отец закрыл все точки. Мотоцикла тоже не будет. Все кончено. Но и меня тоже не будет. Меня не будет. Ты знаешь, этим утром я решил все бросить. Я подумал, проклятие, нет ничего важнее моей жены и сына. Я все бросаю. Я вернул мотоцикл. Подготовил для ребенка кровать. И машину освободил, чтобы вернуть ее. Я хотел поехать к Хелен, рассказать о своем решении, а потом поехать и забрать вас. Но после того, что ты сделала, я ухожу, Асия. Кто ты такая? Кто ты такая? Ильяс! Салиха, где его мать? Почему он так кричит? Дядя Бахатин, у него закончились подгузники, а Сия пошла покупать их. Он сейчас замолчит. Я сейчас пойду и уложу его.
Асия, я хочу на тебе жениться. Я люблю тебя как сумасшедший. К тому же, послушай, я хочу... Слышишь? Я еще раз повторяю. Я особо подчеркиваю это. Внимательно слушай. Я планирую жениться. Я хочу этого. Я сейчас скажу тебе это. Ты выйдешь за меня замуж? Почему я так жестоко должна расплачиваться за то, что поддерживала спортсмена, в которого верила? Алло, Джем, Хелин все еще там? Нет, брат. Она чуть ли не полбутылки выпила, потом села в машину, газанула и скрылась. Села за руль в таком состоянии. Я даже не смог помешать ей. Надеюсь, ничего не случится. Хорошо, я найду ее. Все кончено. Илья сбросил меня. Он отвез меня в то место, где сделал предложение, чтобы окончательно насолить. Сказал, что уходит от меня. Хелин, прошу тебя, не плачь. Послушай, я поговорю с твоим отцом. Я не хочу, чтобы ты была в таком неприятном положении. Я этого не допущу, хорошо? Я все улажу, ты не беспокойся. Кроме того, я не говорил такие глупости. Я не говорил, привязалась, словно пиявка. Разве я могу такое сказать? Ну, подумай. Ладно, это не важно. Я пойду и поговорю с господином Тареком. Расскажу все как есть, не переживай. Не смей, он разозлится еще больше, ты его не знаешь. Я и так в его глазах никчемный человек. Ты теперь не изменишь его мнение. Хелина, я правда прошу прощения, мне очень стыдно. Это я прошу прощения. Я не должна была винить тебя. Я потом очень расстроилась. Никто не понимает нас обоих. Ты можешь побыть со мной рядом еще немного?
быть. Конечно, побуду. Прошу тебя, перестань плакать. Я возьму что-нибудь попить. Ты будешь? Давай. Меня бесит, что этот шкаф стоит здесь. Какой он уродливый. Спасибо. Можно тебя? А Зихни нет? У Зихни сегодня выходной. Нагнись, я скажу тебе кое-что. Зихни кое-что достал для меня на днях. Ты можешь найти то же самое? Посмотрим. Спасибо. Налей мне пиво. Сейчас принесу. Я отлучусь на минуту. Случилось. Тише, тише, не плачь. Не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь. Тише, все хорошо, все в порядке. Ну что не так? Ты тоже соскучился по папе? Тише, тише, все хорошо. Все хорошо, не плачь, не плачь, не надо. Пожалуйста, не плачь. Тише. Иди сюда. Где мое пиво? Я забыл, прости. Что ты тут делаешь?
Послушай, девочка, я предупредил все бары. Предупредил. Я сообщил твои приметы. Приметы. Больше никто не нальет тебе выпивку. Товар тоже не достанет. Не достанет. Я их всех закрою. Меня здесь все хорошо знают. Я всех посажу за решетку. Делать тебе нечего. Не стоило ради меня, не парься. Я скажу тебе кое-что. Давай сделаем так. Чтобы никто не пострадал, сразу посади меня в тюрьму. Нармин, у тебя нет иного выхода, кроме как вылечиться. Ты справишься с этой бедой. Давай сделаем так. Если начнется ломка, звони мне. Звони мне, и я тебя отвлеку. Честное слово. Серьезно. Что ты за полицейский? Мне очень интересно, как ты меня отвлечешь? Ну, например, мы вместе можем поужинать. Сходим куда-нибудь. Сходим поужинать? Ты и я? А что, нельзя? Что такого? Мы молоды. У меня есть деньги, хвала Аллаху. А что, я тебе так неприятен? Ладно, прости. Прошу прощения. Я много чего натерпелась в участках от полицейских. Мне показалась очень забавная мысль пойти с полицейским на ужин. Ладно, я оденусь в штатское, обещаю. Если я завтра приглашу тебя в какое-нибудь приятное место на обед, ты согласишься? Что скажешь? А ты не будешь промывать мне мозги? Ладно, не буду. Хорошо. Отлично. Погоди, машина припаркована возле бара. Я отвезу тебя. Спасибо. Лучше в другой раз. Если есть возможность не поехать в полицейской машине, то я не поеду просто так. Доберусь на обычной машине. Я тогда позвоню тебе. Я позвоню с утра пораньше. Давай, сынок, засыпай. Почему он плачет? Я не знаю, брат, не замолкает. Племяшка, что с тобой стряслось? Дай-ка мне его, дай. Я его сейчас успокою. Племяшка, не плачь. Я тебя сейчас успокою. Ах ты, карапуз. Племяшка. Aşık oldum gülüm sana. Aşık oldum gülüm sana. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum Gonca güle. Acem şalı kız nerede? Слушай, я завтра веду твою тетю на обед. Не говори маме, это между нами, ясно? Смотри, сразу замолчал. Ты видела? Вы с ума сошли? Что происходит посреди ночи? Не шумите, ребенок спит. Малыш спит. Нет слов. Тише, тише. Сынок, дорогой мой сыночек, а ну-ка, идем на ручки. Пусть первый рабочий день нам обоим принесет удачу. Давай, малыш, теперь пойдем.
Ради чего мне сегодня просыпаться? Доброе утро. Доброе утро. А где тот буфет? Я его выбросил. Он мне тоже не нравился. Я купил путевки в отпуск. Да? Да. И куда же? Отличная туристическая деревня. Пока скажу только это, остальное будет сюрпризом. Не очень дорого. У меня есть кое-какие сбережения. Тратить было некуда, вот я и накопил. Это близко? Если далеко, то полетим на самолете. Билеты за мой счет. Нет-нет, какая необходимость в самолетах? Ты никогда не летал на самолетах? Будто ты летала. Однажды летала. С Кемалем. На Кипре были соревнования. Трёшь, не отмывается. Здесь чисто, зелено. Не понимаю, откуда здесь накопилось столько пыли. Диву даюсь. Как с этим закончим, вымоем кипяченой водой тарелки. Асия, тут много домашней утвари. Поскорее бы отмыть ее. У нас есть все необходимое для ресторана. Вот только стаканы все перебиты. Мы купим их на базаре по дешевке. 50-60 штук. Солнышко, что это с тобой? Ты весь день сама не своя. А ну-ка, расскажи мне. Расскажи. Выплесни наболевшее. Не молчи, моя милая. Я принес мальчику воды. Вскипятил, немного остудил, поэтому так долго. Напоить его? Я заберу Мехмета. Иди ко мне, малыш. Иди ко мне, иди. Вот так. Не стоит здесь лежать. Давай-ка немного прогуляемся с тобой. Идем. Идем, идем. Пошли, малыш. А ну-ка, открой ротик. Будешь пить воды? Ну-ка, давай. А ну-ка, выпей водички. Давай, давай, выпей. Не будешь пить? Спать будешь? Я тоже возьмусь за дело. Идем, мы чиним здесь машину. А в чем проблема? В электрике. Эти электрики. Так я и думал. Ильяс ушел, и Хелин тут же прикрыла лавочку, да? Нет, братишка, тут такое произошло. Асия пошла на фабрику, чтобы заставить Хелин отстать от Ильяса. Ее отец тоже был там. Отец разозлился и закрыл все точки, которые были здесь. Им эта школа тоже не откроется. Ильяс лишился спонсорства, поддержки и всего остального. Хелин тут вчера напилась до чертиков. Она вне себя от горя. А Ильяс что сделал? Очень разозлился. Естественно, разозлился. Он, как услышал, сразу уехал. Что будет, не знаю. Салиха, где ты, родная?
Дорогая, ты в порядке? Я очень беспокоилась за тебя. Ты слышала, что случилось? Слышала, но господин Тарык, к счастью, в порядке. Сказали, что он просто отдыхает. Не знаю. Я не звонила домой. Хелин, вставай, прими душ. Поешь чего-нибудь. Помощница говорит, ты ничего не ела. Позавтракаем и поговорим. Возьми себя в руки. Поезжай и принимайся за дела в Стамбуле. Я прошу тебя, так нельзя. Не зли своего отца еще больше. Эта история забудется. Эта маньячка за 5 минут перевернула мою жизнь. За 5 минут. Она такого наговорила. И еще и с ребенком на руках, как попрошайка. Она очень разозлила Ильяса. Парень взбесился. Взбесился. Он вычеркнул ее. Было заметно по глазам. А может, все, что не делается, все к лучшему? Хелен, ты до сих пор не извлекла из этих событий урока. Что еще должно случиться? Что еще должно произойти, чтобы ты поняла, как тебе вредит эта навязчивая идея? Совсем наоборот, Суна, совсем наоборот. Это вышло ей боком. Ильяс вчера был здесь со мной. Я обняла его. 30 минут плакала у него на плече. Это Асия жестоко поплатится за эту огромную ошибку. Она еще не знает, каково тягаться с Хелен. Но она увидит. Увидит. Посмотрим. Где? Что? Где ресторан? А, ресторан? Почти пришли. Там отлично кормят. Послушай, предупреждаю, будем есть, пока не лопнем, ясно? К тому же тебе надо немного поправиться. Ты тощая, как вобла. Посмотри на себя. Знаешь что? Ты отлично поладишь с моей мамой. Она также говорит. Сказать тебе кое-что? Говорят же, теща на радость. Это точно про меня говорится. Что? В смысле, я нравлюсь всем матерям. Любая будет мечтать о таком зяте, как я. Просто ты заговорила про мам, вот и пришлось к слову. Давай, спасибо. Зафер? Это здесь? Да, здесь. Я накормлю тебя отличной рыбой. Сариха, ты в курсе, что случилось? Асия ходила к Хелин. Я знаю. Я тоже там была. Что? А ты что там потеряла? А что тут такого? Скажешь тоже. Правда, мы не знали, что там окажется ее отец. Что вы вытворяете, даже не подумав о последствиях? Послушай, ее отец закрывает филиал, кафе, все остальное. И он отказал Ильясу в спонсорстве. Милосердный человек. Значит, он не стал ждать, пока семья распадется. Ильяс тоже глупо поступил. В тот же миг бросилась и я. Надеюсь, они помирятся. Ты сумасшедшая, Салиха. Из-за этого мы все потеряли работу. Я не знаю, понимаешь ли ты? Будто в мире нет другой работы. Вам так надо ждать подачки от наглой Хелин? Найдешь другую. Тот мужик, который видел в небе свет, звонит в участок. Видит свет и тут же звонит нам. И зачем? Сказать, что видел летающую тарелку. Странные люди. Когда наш телефон в участке оборвали звонками насчет инопланетян, наш дежурный через какое-то время не выдержал. Стал беситься и под конец, если телефон звонит, говорит: «Слушаю, госпожа, летающая тарелка?» «Госпожа, пока она в небе, мы ничего не можем сделать». «Да, вы позвоните, когда она спустится на землю, и мы их арестуем. Сделаем все, что нужно». «Ты только не думай, что увильнешь от еды, отвлекая меня разговорами, чтобы все съела». «Ты еще и самую крупную выбрал». «Там мясо всего ничего». Дай-ка, давай я тебя очищу, давай. Съешь за милую душу. Вилку тоже давай. Вот так. Так. Тебе просто лень, я сам все сделаю. Сначала чистишь края. Вот так. Выжмем немного лимона. Ну все. Теперь держи. Ладно.
Значит так, чтобы все слопало. Держи вилку. Нужно обязательно все съесть. Спасибо. Не за что. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что будет делать Асье без денег. Ребенку ведь чего только не нужно. Посмотрим, как она выпутается из этого. Теперь и семья ее достанет. Асье нашла работу. Она работает. Ты видел, чтобы Асье у кого-то что-то просила? Какую работу? В форелевом хозяйстве. Они с тетей Мариман будут жарить рыбу. Что-то наподобие ресторана. У дяди Джимшита? Значит, деньги будут. Может, пойдем? Хорошо, пойдем. У меня у самого много дел. Музафер, сколько с меня? Держи, братишка, спасибо. Сдачу оставь себе. Ильяс, стой! Что с тобой? Успокойся, успокойся. Ты куда? Пойду немного развеюсь. Вот-вот крыша поедет. Стой, вместе развеемся. Завтра все доделаем. Подожди. Какая прелесть. Еще один такой же сумасшедший, как и я. Добро пожаловать, Умер. Чем тебя угостить? Не хочу. Наши мечты рухнули. Все так и закончится? Ты ничего не можешь изменить? Ты думаешь, что я не переживаю? Эта девчонка сломала всем нам жизни. Папа чуть не умер от злости. Я опозорилась, чуть сквозь землю не провалилась. Я готова была убить Асье, клянусь. Они расстались. Ильяс взбесился. Для них назад пути нет. Они помирятся. Она получила, что хотела. Она теперь успокоится. Асье решила идти своей дорогой. Она очень гордая. Ильяс так пропесочил ей мозги, что она потеряла всякую надежду. Она взяла курс к другим берегам. Будет заправлять в ресторане. Да ты что? Значит, из-за меня ребята лишились работы? Это была несерьезная работа. Хелин все равно бы вышвырнула их, когда поняла, что не добьется Ильяса. Значит, все хорошо обернулось. Раз мы расстались на пути Хелин, не осталось никаких преград. Говори глупости, Асье. Зачем Ильясу тетя Хелин? Симпатичный парень, чемпион страны. Имеешь в виду, у него будут толпы? Имею в виду, что Ильяс так не поступит. Вы сейчас поссорились, но вы все равно помиритесь. У меня больше нет надежды. Разве так можно? У вас большая любовь. Вы еще не поженились, а уже поставили город на уши. Вдобавок, если бы любовь заканчивалась так быстро, она бы не звалась любовью. Добрый вечер. Зафер, я требую отчета. За что? Что ты делал в обеденный перерыв с этой проклятой наркоманкой? Я смотрю, новости быстро распространяются. Но ты кое в чем ошиблась, мамочка. Я тебя поправлю. Эта девушка никакая не наркоманка, ясно? Она давно вылечилась. Какая наркоманка? Кто вылечился? Старшая дочка наших сватов, Нермин. Которая только недавно объявилась. Сынок, эта девушка не излечится.
А я говорю, что она вылечилась, папочка, вылечилась. Она 6 месяцев не колется, даже алкоголь не пьет. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Зафер, не смей. Держись от этой девчонки подальше, не смей. Хватит уже, хватит. Зафер! Привязались ко мне. Оставьте меня в покое, со мной все нормально. Ты разбудишь папу, тише. Братишка Тахир. Ложись, ложись. Зачем ты столько пил? Я пошел. Мама. Мама. Я полюбил девушку. Это единственное, в чем я виноват. Наломал ты дров. Посмотри, до чего докатился. Разве со мной так можно поступать? Слушай, тебя не тошнит? Ильяс все высказалось, и я навсегда расстался с ней. Теперь ясно, почему он такой. Какой ужас. Что опять эта проклятая Сие сделала с моим сыном? Если бы я могла повернуть время вспять. Но тогда бы не было тебя, мой малыш. Заводи. Как дела, Ильяс? Какие дела, сам видишь? Просто издевательство какое-то. Мы вернулись к тому, с чего начали. Когда все это кончится? Теперь каждый будет за себя. Заводи. Эх, Асия. Она всех нас погубила на пустом месте. Асия тоже начала работать. Ты в курсе? У дяди Джимшита. В имении. Он ей с тетей Марьяман отдал старый ресторан. Не сегодня, завтра откроются. Будут вместе заправлять там. Каждый идет своей дорогой. Возьми инструмент, Али. До встречи. Асия, как же я устала за эту неделю. Но повсюду все блестит и сияет. И шторы очень хорошо смотрятся. Манеж Мехмета закончен. Вы сделали для Мехмета манеж? Какой замечательный. Посмотри на это. Значит, ты который день втихомолку его делал? У тебя золотые руки. Отлично получилось. Идем, сыночек, иди ко мне. Погремушка упала. Иди ко мне. Возьми. Смотри, тебе сделали манеж. Вот так. Ну, конечно, зачем ему какие-то там коляски?
Смотри, как ему понравился манеж. Здорово. Какая прелесть. Он мне улыбнулся. Он благодарит за манеж. Он очень счастлив. Здесь стало очень уютно. Вывеска почти готова. Практически закончила. Осталась пара мелочей. Что это? Зачем такая длинная вывеска? А как вам? Целое сочинение. Слишком длинная. Это она еще сократила. Что скажете? Так нормально? Да, нормально. Вот и отлично. Желаю нам удачи. Теперь у нас не осталось других дел, кроме как ждать посетителей. Придем завтра рано утром и приготовим еду. Ладно. Поехали по домам. Поехали. Вы очень устали. Поезжайте и отдохните хорошенько. Эту карточку автомат тоже не принимает, госпожа Хелин. Одну секунду. Алло, господин Хелин. Это Хелин. Аппараты не принимают мои карточки. Вы в курсе, что происходит? Хорошо, спасибо. Можно тебя? Я завтра заеду и завезу деньги за продукты. В банке возникли проблемы. Конечно, госпожа Хелин. До свидания. До свидания. В чем дело? Если нужны деньги, я дам? Нет. Все мои карточки заблокированы. Папа сказал бухгалтеру, раз я больше не хожу на работу, то пусть блокируют все мои карточки. Ах, папочка. Ну ты даешь. Ты так и не понял, что не сделаешь из меня человека, лишая меня денег. У меня нет слов. Человек упорно сражается со мной столько лет. Хелин, перестань упрямиться. Твоему отцу предстоит перенести операцию. Он не в порядке. А он и не будет в порядке. Не может быть. Если он будет постоянно досаждать всем по поводу и без повода, если будет проедать плешь на голове себе и другим, то он не будет в порядке. Поезжай в Стамбул. Сейчас не время безумствовать. Займись делами. Компания осталась без присмотра. Все на взводе. Ты единственный ребенок, а фирма огромная. В ней работает масса людей. Возьми себя в руки. Хелин, прошу тебя. Не могу поверить, что мы едем в отпуск. Я буду целыми днями лежать на пляже и загорать. Сразу предупреждаю. Мне тоже не мешало бы позагорать. Я белый, как молоко. Тебе нужно купить крем от загара с максимальной защитой. Если загорать с такой белой кожей, ты поджаришься, как отбивная в первый же день. А потом будешь страдать. А ты будешь мазать меня йогуртом. Делать мне больше нечего. У тебя и плавок нет? Почему это нет? У меня есть плавки. Они старые, но все же есть. Я давно не купался в море. Давай допьем кофе и пойдем по магазинам. С утра покоя нет. Доброе утро. Зачем ты встал? Ты только утром пришел. Поспи еще.
Асье шумит, собирается на работу. У меня сон пропал. Мама, наша сумасшедшая девчонка? Ты знаешь эту блондинку, Хелин? Так вот, наша нагрянула к ним на фабрику и закатила ей скандал. Ты слышал об этом что-нибудь? Нет. Папа, она совсем обезумела. Я думал, что она только с нами воюет. Но она осложнила ситуацию. Чуть не вцепилась той в волосы. А потом что было? Что было? Работа, гонки, все закончилось. Они закрыли все филиалы и школы. Илья свернулся к отцу на работу, на СТО. Мне Нармин рассказала. Зафер, я тебе что сказала? Что сказала? Ты все еще общаешься с этой наркоманкой? Выбирал, выбирал, и под конец путался с героинщицей? Мама, хватит, хватит! Она вылечилась, вылечилась! Все! Эта девушка овдовела, верно? Она сбежала с каким-то типом, исчезла на какое-то время. Полиция взяла его на вооружение, а потом в Стамбуле он вроде попал в списки умерших, так? Посмотрим, какие еще откроются подробности о ней. Ну хватит уже, Зафер, прекратите. Не смей встречаться с этой девушкой, предупреждаю, или я отрекусь от тебя. Зафер, иди сюда. Я хочу спать, спать. Тетя, пришли первые клиенты. Дождались. Здравствуйте. Прошу, вы первый клиент. Мы только сегодня открылись. Вы вдвоем открыли это место? Нет, конечно. У Асие есть муж. Он в имении. Приглядывает за рабочими. Сейчас придет. Мы будем форель. Проезжали мимо, увидели вашу табличку. У нас слюнки потекли. Вы так все разрекламировали? Конечно, конечно, прошу. Есть закуски, салаты, присаживайтесь. Я принесу рыбу. Ложись, сыночек. Пришли первые посетители. Ешь, сынок. Ильяс, послушай, так нельзя. Ты пьешь каждую ночь. Я и не знаю, какую ложь придумывать твоему отцу. Мама, я совершеннолетняя. Я не собираюсь отпрашиваться у папы, чтобы сходить в бар. Сынок, я знаю, что ты очень переживаешь. Я в курсе всего. Ты лишился работы. Но, Ильяс, я же тебя предупреждала. Я же говорила, что пока рядом с тобой околачивается эта Хелин, ты рискуешь потерять Асие. У меня пропал аппетит. Поставь тарелку в холодильник, я потом поем. Ильяс, забери домой ребенка с женой. Ты сам не свой от расстройств. Я и так скоро привезу сына. Не волнуйся. Какой кошмар. Разве можно отнимать у матери ребенка? Он окончательно спятил. Кошмар. До свидания. До свидания. У вас очень милый сыночек. Такой спокойный. Спасибо. Желаем процветания. Первый заработок. Хорошо. Повесьте куда-нибудь. На удачу. Повешу. Снова кто-то едет. Какое красивое место, правда? Это ты делаешь его таким красивым, родная. Как было бы хорошо, если бы у нас был такой маленький дом. И не говори.
Сидели бы вот так с тобой каждый вечер, я бы слышал твои шаги по дому, наслаждался ли питанием малышки. Ты зациклился, что будет девочка? Может родиться мальчик. Вдобавок, теперь следи за своими словами. Он может нас слушать. Хорошо, я приготовлю рыбу. Если хочешь, я побуду с Мехметом. Посетители заказали две рыбы. Вы готовьте заказ, а мы немного прогуляемся. Асия, идем, принимайся за рыбу. Кажется, я забыла маленький пакет в магазине. Не беда, я схожу за ним. Что это? Я смотрю, взяла под руку мужа и начала ходить с ним по магазинам. Тебе вдруг стал нравиться этот тощий тахир? Мне он всегда нравился. Иначе зачем мне выходить за него? Я много видел шлюх, но таких, как ты, вижу впервые. Что ты делаешь? Отпусти меня. Не выйдет, поняла? Не выйдет. Пошел вон отсюда, ах ты мерзавец. Я говорил тебе держаться подальше. Пусти меня. Отпусти этого придурка, Тахир. Ах, вот как значит. Теперь я стал придурком, госпожа Ича. На помощь! Помогите, человека убивают! Что я тебе говорил? Что я тебе говорил? Пошли. Я не понимаю, какие у него ко мне претензии? Без причины нападает на меня, где бы не увидел. Сладкий, тебе идет на пользу воздух в имении. У нашего крошки сразу порозовели щечки. Сегодня пришло не так много народу, потому что первый день. Но, несмотря на это, за 3 часа я заработала 50 лир чаевых. Вот и отлично. Будет еще больше. Да. Это стоит того, чтобы изматывать ребенка дорогой. Будто тебе так нужны эти деньги. Здравствуй. Здравствуй, сынок. Добрый день. Сынок, ты растешь. Я заберу сына. Мама соскучилась. Привезу к вечеру. Хорошо, я соберу вещи. Как только ему исполнится 6 месяцев, я заберу сына. Поживет у нас. Ты все равно работаешь, не сидишь с ним. Ему без разницы, с чьей бабушкой быть, а ты будешь спокойно пропадать на работе. Хочешь побыть с ним? Сиди здесь. Его нельзя выносить, у него сонный час. И скажи маме, как соскучится, пусть навещает его здесь. Осман, это ты пришел? Что с тобой случилось? Получил по физиономии от мужа Айчи. Вот что случилось. Будь ты проклят, Осман. Ты все продолжаешь ходить за ней по пятам. Еще и без стеснения лжешь мне. Хватит уже, довольно. Угомонись, женщина. Клянусь, я позвоню в полицию. Честное слово, позвоню. Алло, служба спасения, на помощь. Жена, которая ранила меня, снова на меня напала. Хочешь? Ты хочешь этого? Как тебе будет угодно, маньячка из Муданьи. Если хочешь, можешь развестись со мной, как знаешь. У тебя есть множество вариантов. Ты не обязана меня терпеть. Да, но, конечно же, зачем тебе бросать комфортную жизнь и уходить?
вернешься ни с чем домой к матери. Вообще-то, там сейчас очень весело, благодаря ребенку Асия. Правда? Давай. Скорее, скорее, готовь мне поесть. Я умираю от голода. Живо! Вы гордость нашего городка. Знаменитый чемпион Илья Савджи. Вот это да. Вот кто я, оказывается. Мы с друзьями спорили, кто самый симпатичный спортсмен за всю историю существования спорта. Мои друзья становились между Надалем и Бехмемом. А я сказала, что выбираю вас. Я не знаю, что нужно отвечать на такие комплименты. Что будешь пить? То же, что и ты. Налей пиво. Дорогой, ты меня неправильно понял. Я тебя очень люблю. К тому же я очень соскучилась по тебе за эти месяцы. Я лягу в соседней комнате, а ты спокойно спи здесь. А что будешь делать, когда закончишь университет? Нельзя же всю жизнь проводить в барах и развлекаться с симпатичными спортсменами. Я? Я Савджи. Ты спортсмен. Разве тебе к лицу напиваться по барам и клеить девушек, рассказывая о своих победах? Ты на что намекаешь, хам? Постой, постой. Послушай, братан. Стой, прекрати! На помощь! Клеить девушек, рассказами о победах? Тихо, успокойся.
чем дело? Прекратите. Отойди от меня. Угомонись. Илья, ты в порядке? Хватит, отпусти. Все, все. Я в норме. Скажи спасибо, что парень смягчился и забрал заявление. Скажи мне, что будет, если о твоих скандалах узнает Федерация? Ты национальный спортсмен. Ты женатый человек. Что ты делал в баре? Зачем ты путаешься с девушками? Кому я рассказываю? Скажи мне, это сколько же надо выпить? Я могу отоспаться в КПЗ. Очень спать хочется. Конечно. Приходите и забирайте его в КПЗ. А меня на утро выпустят, комиссар? Я просто посплю. Хватит уже нести вздор. Я забыла очки. Мы в 40-й раз открываем и закрываем дверь. Пожалуйста, собери все за один раз. И сама соберись. Ты взяла удостоверение? 10-й раз, спрашиваешь. Взяла. Ты гладила вещи. Не забыла выключить утюг? А это 100-й вопрос. А ты перекрыл воду в ванной? Надоело. Давай распакуем чемоданы и проведем отпуск здесь. Давай скорее. Автобус уйдет. Пошли. Давай. Дай сюда. Давай, давай. Пошли. Мой симпатичный сынок. Пошли на работу. Асия, скорее выйди в интернет. Твой затеял в баре драку и попал в интернет. Что? Какую драку? О чем ты говоришь? Что я тут делаю? Чего уставился? Приехали. Стой, успокойся, в чем дело? Прекрати драться, пусти меня, угомонись. Успокойся. Ильяс, ты в порядке? Хватит, отпусти меня, все, все, пусти. Он теперь начал ходить по девушкам? Что это за девица с ним? Отец не пришел? Приходил, очень ругался. Потом поехал один отгонять машину. Где ты был? Ты же обещал прийти рано. Тахира нет, ты в курсе? Хотя бы неделю побудь на работе, умоляю тебя. Али, хватит болтать. Или закопаю на заднем дворе, будешь лежать в могиле неизвестного подмастерья. Возвращайся к работе. Привет. Здравствуй. Как дела? Пойдет. Давай поговорим. Ладно, идем. Кто это? Звонят из Федерации. Ответь. Зачем отвечать? В Румынии будет соревнование. Они для этого звонят. Я не собираюсь участвовать. Они не для этого звонят. Они звонят, чтобы обсудить скандал, что ты учинил вчера в баре. Не смотри на меня так.
Какой скандал? Видео с тобой бьет все рекорды по просмотрам. А тебе пишут, чемпион затеял драку в баре из-за девушки. Мехмед плачет, ты не слышишь? Хорошо, я достану рыбу и дам ему кашу. Я сам его покормлю. Что такого? Я достала бы рыбу и покормила его. Почему он так разозлился? Что в этом такого? Умершего сына господина Джамшида тоже звали Мехметом. Что? У господина Джамшида был ребенок? И не спрашивай. Несчастный много настрадался. Он не может выносить детского плача. Как это ты не будешь участвовать? А что у тебя осталось? Я зря рисковала всем ради этого. Ты сделаешь это ради меня. Послушай, мой отец даже мои кредитные карточки заблокировал. Ты покажешь миру, что я была права. Все увидят, что я не зря поверила в тебя. Это увидят и твоя жена, и те, кто опозорил тебя в интернете, ясно? Ты мне обязан. Хелин, я даже мотоцикл отослал на фабрику. Как отослал, так и получишь обратно. Зачем ты возвращаешь его? Он оформлен на тебя. Послушай, я еду в Стамбул. Папе буду делать операцию. Дела на фирме осложнились. Ты должен усердно тренироваться, и через 15 дней ты будешь участвовать в соревнованиях в Румынии как чемпион, ясно? Ты привезешь мне тот кубок. Ты Илья Савджи. Ты не из тех, кто скитается по барам со всякими дешевками. Приди в себя. Не создавай мне дополнительные проблемы, пожалуйста. Хорошо? Хелин, ты настоящий друг. Только я начинаю скатываться в пропасть, ты тут же протягиваешь мне руку. Возвращаешь меня к жизни, которую я заслуживаю. Спасибо. Я перечислила тебе насчет деньги. Не все так плохо. Частное спонсорство продолжается. Ты привезешь мне тот кубок, ясно? Договорились. Я побежала. До встречи. Покажи себя. Какое бесстыдство. Мерзавец Ильяс ответит мне за это. Этот безмозглый гад попал в интернет. Я опозорился перед всем участком, папа. Надо мной все прикалываются. Подкалывают меня. Пришел пьяный, да еще и заснул в КПЗ, медведь. Жаль, меня там не было. Но меня не вызовут, так как знают, что если я приеду, я размажу его по стенке. Оставь его, брат. Мы с ним теперь живем разными жизнями. Я все равно разведусь с ним. Как это разведешься? А что будет с ребенком? Ты оставишь его без отца? Сестренка, не сходи с ума. Подожди, какой развод? Если ты расстроилась из-за девушки в баре, то она никто. Она просто тусовалась в баре. В барах такое бывает, правда? К тому же я все разузнал. Девушка ему никто. Бармен видел. Парень сидел, а она подошла к нему. Сама навязалась. Это ты надоумливаешь мою дочку. С какой стати ты нашла ей работу? Она должна была вернуться к мужу. А он взбесился, когда она пошла работать. Хочешь отомстить нам, лишая этого ребенка отца? Задумала вместо него отнять у нас внука?
Если бы не эта работа, она бы стала домработницей. Это как нужно было притеснять девушку. Держись подальше от моей дочери. И от нас. Поняла? Иначе я тебе не дам житья. Вот увидишь. Не прыгай выше своей головы, госпожа Сихер. Я больше вас не боюсь. Жизнь — это все, что у меня осталось. Но благодаря вам я каждый день молю Всевышнего, чтобы он и ее отнял у меня. Ух ты! Держи, брат. Я пригнал мотоцикл. Ты пригнал? Позвонила Хелин. Сказала, отвези на чем-нибудь. Но я воспользовался случаем и прокатился. Молодец. Завтра не мог пригнать? Ты зашиваешься, кажется. Я помогу тебе. Правда? Я был бы очень благодарен. Ни от кого помощи нет. Тахир в отпуске. Шеф вообще не заглядывает в мастерскую. Я выдохся. Ладно, ладно, все сделаем. Не переживай. Ты достал, Али, как маленький. Так бывает, когда Тахир уезжает. Я позвоню Хелин, заодно справлюсь об ее отце. А что с ее отцом? Алло. Я, кажется, ошибся номером. Суна, это ты? Что? Когда? К сожалению, он умер под утро. Хелин не в состоянии говорить. Ей дали успокоительное. Врачи наблюдают ее. Мы сами не поняли. Сказали, операция прошла успешно. Хелин позвонила мне вчера ночью. Сказала, состояние папы ухудшилось. Я сразу же примчалась. Спасибо. Я скажу, что ты звонил. Похороны завтра. Повезут из мечети Ташвикия. Хорошо. Я сейчас же приеду в Стамбул. В какой больнице? Ладно, я понял. Что случилось? Отец Хелин скончался. Я срочно влетаю в Стамбул. Хелин очень плохо. Я не могу оставить ее одну. Я должен ее поддержать. Завтра похороны. Ладно, мы с Умером тоже приедем. Тогда я схожу домой и соберусь в путь. Давай. Ты пришла? Я заждалась тебя. У меня для тебя неприятные новости. Не хотела говорить по телефону. Что случилось? Ты почему такая бледная? Отец Хелин. Что? Он умер. Что? Ему вчера сделали операцию, а вечером стало плохо. А к утру он... Это случилось из-за нас, Салиха. Да что за глупости? Причем тут мы? У него было больное сердце. Наши срочно вылетели на похороны. Теперь мы пропали, Асия. Теперь эту женщину не остановить. Она все приберет к рукам. Совсем распоясается. Вот пройдет 40 дней с похорон, и она с радостью откроет кафе и филиал. Мы не отделались от нее. Она станет крутой. Богатенькая владелица компании. Одним словом, избалованная городская шлюшка. Какая теперь разница? Я и так потеряла Ильяса. Теперь уже ничего не изменишь. Асия. Месяц спустя. Чемпион? С приездом? Спасибо. С приездом. Благодарю. Я пью за тебя, Хелин. Спасибо от всего сердца. Это твой кубок. Итак, господа, на чем мы остановились? Ты говорила о кафе. Да. Снова открывайте кафе, филиал и СТО.
Все карты вам в руки. Но это должен быть самый успешный филиал, запомните. Я еще худший начальник, чем папа. Я буду безжалостна. Я валюсь с ног, ребята. Выступал 15 дней. Я пойду. Мне еще нужно увидеть сына. Поезжай, отдохни. Мне все равно надо на фабрику. Слушай, через пару дней устроим пышную вечеринку. Позовем прессу. Пусть увидят чемпиона. Они уже месяц чернят тебя. Это будет отличной пощечиной прессе. Да забудь о них. До встречи. Пока, брат. До встречи. Я выдохся. Я посижу пару минут. Ну, не смотри на меня так. Али, клиент придет к вечеру. Не расхолаживайся. Все съездили в отпуск. Когда шеф вернется из Голландии, я тоже хочу отдохнуть. Али, шеф работал 30 лет. Он впервые в жизни поехал отдыхать. А я пашу 10-й год. А с тобой-то что? Тебе еще нужно поработать 7-8 лет. Привет, ребята. Чемпион, братишка. Как дела? Нормально. И в Румынии отличился? Да, я победил. Как жизнь? Поздравляю, брат. Чаю налить? Давай. Молодец. Ну, вот и пришли. Здравствуйте. Здравствуй. Мы пришли. Мы тебя давно не видели. Мы закончили дело. Решили выпить с тобой чаю. Давайте выпьем. Я напекла пирогов. Чай свежий, только что заварил. Мы с ребятами почистили бассейны, и я только что освободился. Иначе бы раньше пришел. А ну-ка, иди ко мне. Идем, идем. Асия, он становится все тяжелее и тяжелее. Скоро будет 4 месяца. Осталось пара дней. Он хорошо набрал весе. Местный воздух пошел ему на пользу. А как ты будешь держать его зимой дома? Он привык к этим краям в тиши и покое. А что, вы разве закроете ресторан на зиму? Раньше он и зимой вовсю работал. Надеюсь, но я сомневаюсь, что мы справимся зимой. Зимой здесь очень холодно. Я поставлю в ресторане огромную печку. Запасусь дровами. Мехмед не замерзнет. Нисколько. Правда? Не замерзнет. Не замерзнет, не замерзнет. К тому же он привык к ферме. Ну что он будет делать дома? Он и к тебе очень привык. Он улыбается, когда видит тебя. Конечно, улыбается, естественно. А кто с ним играет в ладошки? А ну-ка, иди ко мне.